первых в летнем сезоне туристов на пляжах Адлерского района пока немного. Правда, работники кафе на набережной говорят, с каждым днем количество отдыхающих увеличивается. Любители безопасного загара встречают зонты, навесы и аэрарии. Почти все новое, только что установленное. К состоянию береговой полосы у главы курорта претензий не было. А вот на набережной еще осталась работа. Облагородить клумбы, помыть фонари и обновить краску на скамейках. Ну а сами туристы просят обратить внимание на уровень гостеприимства в сфере обслуживания. Нам нравится, просто немножко хотелось бы подоброжелательнее. На Адлерской набережной готовятся не только встречать гостей, но и обучать местных детей морскому ремеслу. По словам основателя парусного клуба «Авиатор» Виталия Сарахатунова, этим летом попробуют себя в водной стихии не меньше 15 юных сочинцев. Но сначала нужно дать азы вот такие, ну, морской практики. Теория. А тренер будет заниматься с ними на досках в основном, на парусных досках. Многие из них выбрали профессию морскую или авиационную, потому что я авиационный инженер. Я и об авиации им говорю. И многие пошли в авиацию работать. Недавно в клубе сделали ремонт за счет собственных средств. А вот с покупкой нового снаряжения пока проблемы. Мэр пообещал, без помощи города спортсмены не останутся. Этот муниципальный клуб – это то, что надо. На море все есть. Это все поправимо. Дадим денежки там немножко, может, когда, ну, чтобы закупить там что. Насладиться длиной и простором набережной в Адлере мешают два забора. Санаторий «Южное Взморье» отгородился от внешнего мира. По словам градоначальника, территория, которую арендует здравница, это часть береговой линии набережной, муниципальная. А потому пользоваться всем этим имеют право и сочинцы. Потому что без этого не будет работать вся набережная. Люди не могут ходить. Вот я, представьте мне, чтобы туда пройти, должен обойти вот такой круг. Мэр распорядился оформить сервитут, то есть право ограниченного пользования земельным участком на территории Южного Взморья, чтобы все жители Сочи и туристы могли свободно проходить по набережной и загорать на пляже. Проверять состояние набережной Анатолий Пахомов пообещал еженедельно. Инга Габеша, телекомпания ФКТ.